Говорят, если на Новый год загадать желание, то оно обязательно сбудется. Кто-то в это верит, кто-то нет. Давайте посмотрим. Ну вот, дорогая, все готово. Ну и куда ты столько набрал? Ну а гости придут. Ой, угощать, гостя. Не выкидывать же. Фух, успела. Мама? Ха-ха, так устала прям, такой снегопад на улице. Сначала самолет, потом метро, потом пешком. Мама прилетела. Я вижу, мама, а где метла? Ой, Ярослав, старыми анекдотами шутишь, а? Уже 12-й до сих пор трезвый, молодец. А что вы сразу вот это вот начинаете? Ярик, мама, давайте лучше шампанское пить. Ну, давайте. И пусть в этот Новый год сбудутся все наши самые сокровенные желания. Ну все, пора мне. Куда, мам? Не знаю, что-то в Казахстан захотелось. Какое-то жгучее желание навсегда покинуть этот дом. И больше никогда не приезжать. Мама, останься! Сил моих нет, так хочу в Казахстан. Вот, приеду, перепишу на вас все имущество, помру и буду тихонечко в аду гореть. До свидания. Мама! Ты смотри, сбылось, а? Что? Ничего, милая, ничего. Давай выпьем. Ну, с Новым годом. С новым счастьем. Что такое? Вот зараза, а? Что? Да теща загадала, чтоб я пить не мог. Видимо, сбылось, понимаешь? А, так это ты маму спровадил. А кто же еще, любимая? Ой, а что это тебе так быстро во всем признаюсь, а? А ты теперь всегда мне будешь говорить только правду. У меня ж тоже сбылось. А, сейчас. Итак, в эфире программа «Детектор лжи». Скажите, Ярослав, в прошлом году, когда вы ездили на конференцию в Самару... А какая Самара? В Туапсе я был с бабой. Ой. Так-так-так, а с какой? Ну, Зинка, ты же ее знаешь. Да что ж такое-то? О, и что? Было у вас что-то? Придумала, а? Ничего-ничего, яблоко когда-нибудь закончится, ты мне все расскажешь. Мама? Рейс отменили. Так устала. Но отдыхать некогда, мне надо в Казахстан. Так рейс же отменили. А я пешком. Через лес. И пусть меня там волки сидят, дуру неадекватную. До свидания. Мама! Ой, хоть одно радует. Ладно, я тоже пойду. А ты-то куда? Я к Зинке, якобы за солью. Фу, ты, ё-моё! Да что ж такое-то, а? Водички хоть горло промочи. Промочи, промочи. Я что, и воду не могу пить, что ли? Я что, все пить бросил, а? Мама, вы когда желание формулируете, можете нормально формулировать свое желание. Я ж теперь сдохну от обезвоживания. Фу, ты, ё... Самолеты не летают, поезда не ездят, дорогу замело. А я пошла. Куда? Ничего ж не ходит. Посольство Казахстан. Хоть на родной территории переночую. До свидания. Мама. Пока. Вот смотри, что ты наделала. Все, уйду я от тебя, бабник. Пойду вещи собирать. Кстати, а где мое кружевное белье, которое ты мне подарила, оно мне еще не подошло? Так оно Зинке, знаешь, как подошло? Фу ты, ё... Что? Так у нее грудь-то побольше, чем твоя. Да елки-палки! Скотина! Что такое-то, а? Ну, здравствуйте вам, четвертый раз за день. И до свидания. Мам, ну хоть присядь, поешь, устала же, наверное. С удовольствием. Ага. С удовольствием поем в аэропорту. Кстати, самокат свободен? Да. Вот на нем и поеду. Подождите!
Никуда вы не поедете! Ну-ка, сядьте! Что ты делаешь, а? Ну-ка, сядь! Что ты делаешь? Что ты... Хочешь смотреть, что делать с твоей матерью, а? Что ты делаешь? Ну-ка, рассказывай, как снять проклятие с твоего этого желания? Отпустишь в Казахстан, скажу! А что ж тебе все время в Казахстан-то надо, а? Это у тебя, гад, надо спросить, зачем мне все время надо в Казахстан? Хотя я в Оренбурге живу! Дурдом какой-то, а? О! Придумал! Мамуля! Чё ж я сразу не догадался-то? Давай, давай, ничего не получится. Мои чары сильнее. Пить-то мне нельзя, а кушать-то мне... никто не запрещал-то! Дедушка Мороз, сделай так, чтобы он есть просил. Дедушка... Подействовала? Ага, сейчас! Ну-ка, дочь, развяжи меня! Ну-ка, да, развяжи! Сейчас, ну-ка, развяжи, я сейчас ему лицо откушу! Давай. Ну, понеслась! Я в Казахстан! Мама! Мамочка! Не оставляйте меня с ним! Ну что ты, дорогая, я ж люблю тебя, Зинаида! Что? Какая Зинаида? Какая Зинаида? Алло, милиция! Какая... Мама меня сейчас в домой сделает! Какая Зинаида? А? Какая... Здравствуйте, соседи! Что у вас происходит? Здравствуйте, Айгуль Сапаровна! Здравствуйте, с Новым годом вас! Пойду что-нибудь потяжелее возьму! Алло, строители 52, да? А где мама? Что у вас происходит, не пойму? А ты что, не в курсе? Да я весь Новый год проспал, представляете? И в 12 желаний не загадывал? Нет. Родненький ты наш. Как же ты нам нужен-то, а? На. Давай. Держи. Тост. И чтобы все хорошо. Давайте, чтобы в Новый год у всех все было хорошо. Ну вот, дорогая, все готово. Ну и куда ты столько набрала? Ну, а гости придут. Ну, не выкидывать же. Фух, успела. Ой, так прям устала. Как хорошо, что вы приехали, мамуля. Спасибо. Вот видите, все в наших странах может быть хорошо. Было бы желание.